Нах, дайте. Сразу вот встали, блядь, где метки стоят. Взорвали сразу две сферы. Потом, блядь, подбежал, взорвал, блядь, последнюю. Потом танк освободится на ласт-фазе. Почему ты сразу не встанешь? А нахера ты туда бежишь? Блядь, ну там время дохуя. Бафы дайте. Библ, что с тобой? Пускай вон к центральной свободный танк бегает, да и все. Я аддона отключал. Прохожу. Какие проблемы? Даю проверку. Дайте приста баф. Все готово, поехали. На второй перезарядке босс должен после этой хуйни переагриться на меня. То есть вот на первой нормально все было, а на второй нет. Почему этот босс на мне не был? Кават. Я откуда знаю. Ты урон дальше набирал? Ты там стопаешь. Я вообще ничего не жал. Ты стопаешь и дефаешься, ты не набираешь урон. И смотри, чтобы я под конец второй перезарядки вышел вперед по агро. Все, поехали. Внимание! Вы подлежите уничтожению. Тяжкий удар. Силовых параметров. Чем тяжкий удар начал проходить? Больше прямо бежать надо. Давай пару стаков словлю. Геру дайте. Так, следующий. Вот дам жертвенности, давай. Она уже на мне. На тебе? Да. Рано, блять, рано, очень рано. Чё на тебе? Опять переагировал. Ладно, пускай на тебя будет. Танчи до конца там катить будешь. У тебя на 1000 агро разница. На пианисте нагуливается. Даю тебе тлен жертвенности. Зубы сейчас дай по нему. Беги. Беги. Калат, беги. Сейчас, короче, на пол должен быть на меня полностью. Зачем на ману? Ставлю это там. Весь на пол на меня. На пол на меня дайте весь, чтобы босс на меня переагрился. Дай по себе сагу. Сфера. Киньте агро просто. Фонтай де Лорос. Киньте. Сашка, куда сейчас его ёбнет? Пока не хлопает. Последние 3 секунды. Дайте на пол на меня быстрее. Сейчас фаза будет. Чтоб босс на мне был. Сантей, скинь! У меня стадио КД.
Сейчас тебе дам, блядь. Что на тебя? Не набираю гробок. Скину в стаки тогда. К два. Под следующий дан жертвенности. Угу, вижу. Давай. Набираю игру. На. Приготовься, сейчас надо будет бежать. Сколько тебе? Беги, 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 беги. Где? Набирай, весь на пол наковато. Да хуя разница, 1500. Сейчас ёбнуть может. Прошёл. Расчёт силовых параметров. Андрей, у нас, да? На пулю эти наковато. Салю по мне дай коват. Анте, скидывай. 4 секунды, пока не хлопай. 2, 1. Данте. Семь секунд. На перестазу побежал. Как он чё? Не хлопайте. Вы что? Видите, что ли? Сколько у тебя по фазе? Второй параграф. Ну, сейчас... Бернул. Дайте, блядь. Я буду первый. Блядь, уже бесполезно этот. БР меня мотивало. Чё-чё-чё. Бафа. Просил. Ну, сейчас переведём нормально. Народ, подними. Им на хп отдал. Ревность. А, не, нет. Сейвите кого-то. Зубы отдал по кого-то. Рано. Сантея поднять. Монород, если есть БР, подними. Нет, он девку просит. Купол могу дать. Я поднимал вазу. Все сейвы на кого-то. Все сейвы по кого-то дайте. Полностью все сейвы. Перефаза. Фаза, фаза. Побежал, все. Идете, кайте туда. Все быстро бежим туда, быстрее побежали. Стали все в печеньку, быстрее. Сферы сейчас появятся. Вы уже возле своих этих стоите. Сфер. Добейте. Сейчас дам туда. Дай мне каску. Кого откаете? Надеемся, что стаки, блядь, успеют. Тебе надо, чтобы эти 8 стаков спали как-нибудь. Чешку отдаю. Да, у нас это. Массакру. Последнюю я этот. Монород, подхилься. Через 30 секунд смогу скинуть бабом стаки. Подхильте танк. Каким бабом не скинешь, а грош уберется. А грош станет. 2 секунды, секунды. Нужно хлопать. Прохил кован. Бля, 10-й стак. Набираю игру. Я не наберу же. 2 стака. Всего лишь было. Отхильте. А чё, вы сдохли от взрыва все? Шипы, сдайте гимну, быстрее. Встаю, резко прохил, пробав. Упал. Да, уже танк упал.
Я говорил, у нас расставили будет. Разнос все через. Все через одно место, блядь. Говорю, блядь, дайте на полы, чтоб коват забрал. Хуй. Че, умана нет, что ли? Не знаю, блядь. Там разница до хуища, там в косаре разница, полтора косаря. Там кучу сделаю. Надо всегда пулить. Надо мозер на пол, блядь. Всегда. Да на пулы. Должны быть по второму танку. Кажется, есть идея, как стаки скинуть с кого-то. Рыбу ставлю. Через выстрел, да? Угу. Это хороший ход. Только когда вот... Надо это сделать. Какой выстрел? Отвлекающий выстрел. Я на себя агрю, тапки включаю. С кого-то стак спадывает и все. Я притворяюсь мертвым. Да, на кого-то. Не работает. Не работает, ну, там, здесь. Чё не работает? Не работает этот выстрел на боссу. С чего он не работает? Там не работает, а выстрел другая механика. Ну попробуем. Только когда давать? Я скажу. Дело в том, что... Минута, блядь, висят эта хуйня, а выстрела когда сколько? Нарад, вы должны... Вы должны хуярить на перезарядке. На этой фазе тут пониженный урон, тут особо не подамажишь. Сильно там, блядь, по огроне врывайтесь. Баф. Ну протащился, бит. Сколько стаки висят? Минуту. О, минуту не откачу. Народ, вы сдохли сейчас от двух взрывов. Почему? Значит, у вас, блядь, мало хп, Кирс. Библ, у тебя бутылка бега есть? Леха, у меня хп больше, чем почти у всей РДДЗ. Поехали. Сейчас кавату второй по агро. Кирс, я же сказал с ракет сделать. Где еще косарь? У меня под Т5 был 40. Ну вот был бы еще косарь, выжил бы. Ну блин, и на 2000 меньше, она же выжила. Ну куда, блядь? Ложимся. Это третьему. Не спали, стаки же еще. Ложимся. Видишь, да-то я выжил. Ну вот. Бля, вот почему сейчас босс на кого-то приагрился? Кого-то, ты можешь загрузку? А ты глянь, сколько я урона вообще нанес по боссу. Сейчас босс переагрился на кого-то. Зачем? Он должен после перефазы на него переагриваться. 48 тысяч я нанес, понимаешь? Может быть, потому что на пулы на него дают. Пул, да. Я на пул даю постоянно. Мозер в тебя дает постоянно на пул. Бля, включите Оман, кого, блядь, не фризит. И смотрите за агро. Первая фаза плюс первая перезарядка, я первый по агро. Потом этот. После перезарядки должен коват забрать. Даже может во время перезарядки, похуй.
Не обязательно ОМОН, можно в скаде угрозу включить, там вот видно всех. СС висел на ком? Нет. Чего? Могу встать. Ждите, вставай. Жалко СС. СС и развешивается. Просто надо, блять, посмотреть за агро. С тем, кто напуливает. Троим человекам. И Кавату. Резать от тех, кто может резать. Ну, я хилов резал всех. Попробуйте играть без напула, пускай они будут на первом и втором месте. А когда надо, чтобы они поменялись постами, напул давайте на того, кто на втором. Все. Что так сложно, что ли? Да ну, разве Джесса поставишь? Рыбу ставлю. Баф. Проверку. Элбрил. Пью, сижу. Жена Неликс. Как будешь готов, скажешь. Подхилить кого-то, Войда подхилить. Ну почему, блядь, хилы не хилят? Или, блядь, мне пулять просто... Вы рыбу не ели, что ли? Ели. Ну, у танков ХП, блядь, рыбой как бы не поднимешься. Ну вот я так же сижу, 50 команды наедаю. Еще раз даю проверку. НТН, килл. Поехали. Внимание! Вы подлежите уничтожению. Кто там возле меня бегает? Принятие альтернативных мер. Три секунды. Зря. Зря. Далеко тебя гроб до меня. Так я сейчас спущу и сразу буду вторым. Не надо, не надо. Скажу когда. Смотри, чтоб пока не переагрил. Нахили он меня. Ты сейчас ДДшники переагрил. Что?
ДД прячется. Еще раз клад не слышу. Санты на втором месте. Санты, блядь, сбрось нахуй. Теперь вага на втором. На пол, блядь, паковату весь. Все паковату отдаете. Все, начал бурстить в него. Все, забирай, босс. Сталь, выкинь на себя и заберу. Че, ходи. Беги. А, я беру. Тебе, на тебе все видно. Идите. С Верой смотри. Войт и это, народ. Далеко я там от него по агро? Третий. Кто второй? Долорес. Уже второй. Подожди. Хлопай. Долорес. Смотрите, чтобы я у него... Смотрите, чтобы я у него не переагрил. Не переагрил. 3 секунды, пока не хлопай. Хлопаем 2. 5 секунд, 7 секунд. Редвар второй, вага третий. Блять, на пол на меня активнее. Хлопай. Побежал. Зарядка. Статов на тебе нету? Нет. И на мне нету. Сейчас этот, кого танчит эту фазу, на пол весь на меня. Отверни, босс. Да я ж еще не добежу. Ты не бей вообще. Дайте гимн на ману. Сальву на кават. По себе сальву, да? Да. Сколько там, далеко мне еще до него? Ты забрал. Блять. Это печально. Нормально, там время есть. 20 секунд всего лишь. Готовься, да, сейчас на сторону. 1500 обгоняешь уже. Приготовься, сейчас будешь бежать. Вихрь исчезнет. Беги, беги. Так. Кого-то набирать игру надо теперь. Касать. Стаки сбросились. Здесь 15 секунд сбрось. Ну как раз пока наберу, сейчас еще крылья прожму. Сфера 2. Сбрасывай. Этот по мне можете. У тебя этот сколько да сбросил? Кого? Стаков? Все. Нету. По мне салю дайте. Прожал крылья, сейчас заберу. Появится, ждем. 5 секунд ждем. 4 ждем. 2, 1. Сейчас пойдет, схлопаем. Третью не хлопаем. Не хлопайте. 4 секунды, 3. Не хлопните. Блять. Ну не идите вы на нее, ебучую сферу. Ёбаный рот. Минус 4. Бойтесь, хули. Хват, забирай, босс. Побью. Меня реально забрал. Ну, блять, когда я сдох, ты до этого момента должен был забрать. Так я бил. Баф, Мосса, прохилься. Прохилься кого-то. Алина, встать есть? Каску по друидам. И лапу дайте, жена дай лапу. Ладно, пробивайте все. Ты, блять, может там... Я массу поднял. Подойди. Званим, давай. Захуярил. Полтоса, да. Прохил.
Зубы есть, дай по нему зуб. Тарана полтоса, чтобы прижиться. Да, он на сейф еще. Ваг, дай каску. Перефаза побежал. Беги. Надо перевести 2% на фазу. Ушли все мы туда. Бегите, бегите уже туда все, блядь. А не бьете. Подойдем, знаете, мама. Прохил. Ход и коват прохил. Сейчас стаки обновляются. Пока нет. Давай, беги, беги по прямой, желательно. Хлопай, Монород, ты где? Я не знаю, где он. Блять, тогда жди, тогда жди. Хлопаем. Я хлопнул. Далеко не прохиливаем. Прохил. Где Монород? Он вылетел. Стаков нет. Войда, блять, поднимите, если есть возможность. Поднимите Войда. Вторую сверху выбегите, кто-нибудь хлопните. Сейчас до рейда дойдет, блять. Яна за свой цедился. Да не третью, блять, кто там с друидов, блять, побежал на третью? Кто это был сейчас, блять? Мосса. Нахуя ты на третью, блядь, бежишь? Дебил, что ли? Или что? Вторая, блядь, это вот лево и право. Ложитесь. Блядь, такой пул всрать, нахуй. Возле рейда сферы не взрывайте, а то и когда я пробегаю через них, может убить. Ты чё творишь, Мосса? До сих пор не врубаюсь. Бежал, воду резать и взорвал. Ну заебись, сверху, блядь, не оббежать. В смысле? Блядь, взрываются сразу две по краям, блядь. Последняя взрывается та, которая дальше всего хуярь. Блядь, хуйню творишь вообще? Да, этот, вставайте, давайте, блядь, рез. Там диван, метеолу поднимай. Тело поднимай. Вы обращайте внимание, там где категория, ваша циферка, там есть такой дебаф. Прочитайте его там. Он стакается от сферок. Одна сферка 100% плюс к дамагу. Чё, блядь, с этим? Почему хилы постоянно отваливаются? Идите, блядь, закидывайте все усилки в хп, блядь. Если там не фулл хп, скорее всего, просто было. Ну почему не фулл хп было? 6 хилов хим. Идет 2 взрыва, блять, а вы умираете от 2 взрывов, блядь. Элбрил хоть, блядь, не умирает, ну, блядь, кожевку вкачал, окей, типа. Элбрилу вообще похуй. Да, не дохнут, а у меня еще там 35% хп остается. Локи поднимается. Стыд, блять, вайпаться на ебучем боссе, блять. Потому что, блять, кто-то агро срывает. Кто-то, блять, сферку не может взорвать. Кто-то, блять, бежит на ебучую сферку, когда ресает. Кто-то хилы дохнут. Даю проверку. Шкаф поставьте. Что с хилами? Вот нету, блять, этого... Кирс не справляется с Дартпалом и Полиной. Нет, просто Кирс с Полиной и Дартпалом не справляются. Ну извините меня, вы просите бисовый хил, а у меня хрень какая-то. Вы кого-то не можете, блять, по 6 секунд прохилить вообще. Шкаф дайте. Я на рейде сижу. Мы кого-то не могли прохилить, потому что 3 хила упало. А мы бежим до него еще. Перед этим. Даю проверку. Суманить. Готов. По-моему, народ по дроидам каску дайте. Пфф.
Может, Неликса, танка будет чуть-чуть попроще. Проблем в танках будет, блять. Проблема в дамагерах и хилах. Поехали. Чего-то не хватает крика. Ощущайте, чтобы вас подхилили, да? Секунда. Опа. Чё там по агру? Второй. Сейчас переагни меня, старайся забрать бот. А как это без проблем? Третья. Все, забрал. Все, остановись, танч. ДД скидывать там. Агро. Ты уже можешь набирать, сильно низко спустился. Сейчас нормально, понимаешь? Еще сильнее набирай. Беги, беги. Я второй по агру? Нет, четвертый. У вас касали разницу. Блять, 7 стаков. Коват. Разница дохуя. Коват усаливая. Пона пул по пианисту, давайте. Сальва не кидайте, в рейд идет. Так а кто там, стопните свое. Вага, Белорус и третий, Вага, сейчас пригоняешь. Блять, я даже не могу добежать до него, чтобы ударить. 2 секунды. Иди навстречу. 5 секунд, смотри за этой хуйней. Пока не хлопаем. 2. Что ты второй? Там... Да маги разбросили агро, нет? Да, ты второй. Ковату сагу. 2. Ноль. Yeah. Хлопай. Сейчас выйдут. Че, он побежал на подзарядку, да? Он на мне, стаков нет, так что не спешит забирать. Сальву на себя накину. Сейчас. Я закинул уж. Дайте стака 3-4. Что? Он уже на мне, забей. Теперь коват набирает. Набирай этот агро. Чтоб он после перифазы стал твоим. Я прекращаю бить его. Сейчас дышки, возможно, так сорвут. Смотрите, агро там дамагера. Радвара, Долору. Давай, для жертвенности. Что дал? Перед... Как это? Ну, во время как... Чё, заберёшь? Там уж получится забрать, нет? Если там Локи скинут, да. Локи скидывайте как-то, хуй знает. Беги! Пульти наковато сейчас. Пойди! Сейчас мне ёбни зубы. Ладно, Я бегу, он на меня. Заебись. Зубы успели. Чё, бегай, кажется. И снова набирай. Делорус скинь. Чё, я там далеко за улетел по агру, нет?
Нет. Прохилься, рейд на фул поднимите. Вот, побеги в рейд. Прохилься, монород тут. Хлопай. Две пока не хлопаем, ждем 5 секунд. Ждем 3. Подожди, подожди. Хлопай. Эдуард Лорус. Скинулась. Здравствуйте. Вот Лорус, Редвар. Хлопай. Так, подзарядка, да, сейчас? Подзарядка. Бля, вот, вот вмешательство ебанешь там, как-то агрос скинешь. Бля, я столько раз это вмешательство уже ебанул, я знаю, что делать. Мне надо, чтобы босс на мне сейчас был. Сейчас будет. Дилорус, я не могу тебе... Сейчас так апковат нету. Пока вату профит не дать, чем по тебе. Ты тем более держишь. Давайте, я, чтобы на мне был. Давайте, давайте, давайте. Чтобы на кого-то стаков не было. Ты первый теперь. Альбо по себе отдал. Вот, все правильно. Все, заебись. После этого, после фазы смотри, чтобы босс был на тебе. Ну, то есть сейчас ты набирай игру и уже можешь на себя. Сейчас вы переведите. Да я стаки просто половлю и все. На место, когда встанете, смотри по взрывам купол. Готовься. Через 2 катка. Давай дзанжертвенность. 10 секунд. Дальше вы на рейд. Зубы через 20 секунд откатятся. 1% сильнее бейте, 5 секунд зарядка. Перевели. Веди. Беги. Набирай агро, и это, чтобы был уже вот ты по агро еще. Набивай. Две сразу. Прохиливайте. Ход эти там знаки обновляются. Сферы только сразу не ёбните. Вы уже там, где все должны стоять, чтобы прохилиться. Скоро сферы. Схиливайтесь на фул. Чё за хуйня? Шестой стак. Забирай уже босса. Ты должен босс. Гимн на хп отдал. Салю. Я там не знаю. Пытаюсь. Хлопаю. Третью жди. Ревностно ушел. Жди. Отхиньте. Блять, забери босса, дайте салю по мне, блять, или забери как-нибудь босса сейчас. Магичи на пол. Я не помогу ничем. Рейд. Я не помогу, блять. Сфера. Кават первый по агро сейчас заберет. Давай быстрее. Ведь салю купионист. Сейчас. Мне придет пиздец. Скоро. Третью не кавач не заберет. Ну, Алекс, гимн. Потаун, дай. Подожди, спала, хлопай. Ура, забрал. Все, вати. Чешку отдал. Помогай сферой. Сам... Самую последнюю буду я хлопать. Самую последнюю. Прохил рейда. Уж уже дохуя. Пизда. Прохите Войда. Леху его что-то поднимать будет? Спал дебаф, хлопни, хлопни. Норм народ. Вижу, кстати, съедаются. Смотри, его уже. Вижу. Может как-то, блять. Сфера. Народ. Хлопай, Мишку, хлопай. Третью пока не хлоп. Подняли Люху, захильте. Ну ебаный в рот. Спала, хлопай. Подойди, кто там? На край. Может в другом месте его водить будете, блять. Подхильте, подхильте. Водку там, блять. Сферы. Я в лужу не пойду, блядь, сдохну. Надо. Прожимайся и иди. Пока что деф вниз. Прохил рейда, дал сейв. Ждем.
Вы уже должны стоять на позиционке, там возле метры. Ой, да заходайте. Народ. Сдвигайся быстрее. Захите мешку. Быстрее! Стоит, блядь, прямо возле вас. Взорвался. Танков захватывайте, друиды, пожалуйста. Омоложение, всю хуйню. Стою возле вас. И нормоси. Ладно, просил. Появились. Взрывайте. Просил. Взорву последнюю сам. Войда. Ковад, пробегать что будешь на следующем появлении? Дай мне каплю. Знаешь, как это будет печально? А у тебя дефу есть без этого? Я другие сейчас кнопки я жму. Пускай катит, тихо, забейте, хильтери. Народ под хильтер. Народ, где ты лазишь, блядь? Что ты делаешь вообще? Ладно, ШВ дал. Чешки там, смотрите, прессуют, это хилы. Минуты две хлопнули. Одна, Вера, сейчас. Веру дайте. Ману, залейте хилом. Хлопай, хлопай. Сейчас гимн отдам. Минуты до тотема еще. Рейд на фул. Коник от. Ревностный. Дал крик. Сферы осторожно. Зубы по Кавату. Дарту Иннеру что-нибудь дайте, у него вообще ноль маны. Кавата, хильте, хильте Кавата. Иннера раздайте, гимн на ману, блять. Прожмите, все отдайте. Блядь, хлоп. Два стака всего лишь, нем, он не умрет точно. Бегу, бегу, бегу. Гимн отдал на ману. Хильте. 15 секунд тотем сдам. Просел. Есть кто-то рез. Дилюха на мой народ, сторону. Народ обносит. Скинь агро или дайте на пол. Тотем ставлю. Помой, Синер, дайте, у кого есть. Я его это свет. А, каску поваром. И пристабав лапку зарядите. Иди взрывай. Взрываю сейчас. Секунду. А сейв дал. Взрываю. Последнюю подожди. Подбегай. Я взорву ее сам. Нахильте. Блять, сильнее по боссу уже. Хуёво. Шива есть, кстати, заебись. Следующих сферах нормально будет. Наш на следующих сферах. Кстати, 10 лямов, активнее. Сейчас будет Кавата не прибить. Ладно, Кавата не прибить. Дал ШВ на рейд. Духло. Прожал. Последний. Нормально. 6 лямов, хуярьте. Взорву сам. Все, уже до следующих сфер убьем, скорее всего. Два ляма добивается, все, два раздел. Порвал. Че добивается? Порвал. Ебать. Блять, добейте, ебаный глаз. Он на мне, я живой. Сорвали агрофа. Нахуя не запороли, блядь. Нахуя бы агро рвете. Щит на чела и голова на холли приста или треста. На транс. Голова на транс. Да. Да, голова на транс. Интересно, такой щит в ПВП пиздец имба будет, да? Так, короче, этот. Тяжко, тяжко это, блядь, делать все. Поехали по очереди. А чё что тут раз... так тяжело не было? Чё ты, блядь, я вообще не стопал ничего. Давай вслышор. Мы инспек. Или аддон включить, я не знаю. Надо тебя разроли сейчас. Там... Да, короче так, Мозер, ты забираешь печеньку? Все, Мозер, давай печенье, все, он первый напил. Как будто откажется.
Но я откажу, что скажет. Сколько за печенье? Косарь? Да. 800? Косарь? Косарь, ну типа это 800 стоит, Т5 полностью. Ну потому что потом может уменьшиться. Батин на приор упал просто. Жирненько, жирненько. Просто опустили мозг. Дальше. Щит, сука, щит. Полина, щит забираешь? Или пианисты? Я не буду брать на хила. Полина, берешь щит? Полина. Ну, кинь на ролл, блядь. Ну, ролл, а, ну да. Ой, я на ролл кину. Ну все, ГЦ Полина забирает. Забирает. ГЦ, Полина. 1400 ГП. Это не 1400. Второе число. Полина топ. Так, и шапку туда. Надо было 1400. Шапка интересная, кому нужна. Так, капюшон деградации. На офф, наверное. Офф спек. Деградации, блядь. Ну ЖВшка, смотри, хорошо заходит. Плюс вот это. Локи мимо, Локи только знает. Я сам там смок ролят или как? На офспек. Нет, ролят. На офспек. Жена, ну давай. Сейчас бы это, 284 шмотки ролит на офспек. На трансформ. Мне просто интересно, кто будет это надевать. Крит и дух. Слышишь, там жена заролила, да. Рестар Друид будет надевать что-нибудь. Женуэн часто в рестер друида спекает. Ну, допустим, Женуэн на хила неплохо зайдет. Достаточно да, джерсы кто-нибудь? Кастами, да вон Неликсу отдайте, он же сролил на офспек. У него децейли чё-то. Сролил на офспек. Типа ролили три друида, блядь, три волка. Неликс 97. Да, ну значит поздно ролил, отдай Неликсу. Смотри, красивый такой черепок, нихуя себе, огненный, блядь. Я бы взял. Монагу моего охуеть. Это подумай, Лёк, что с ЕП за босса делал. Касарь? Я думаю по 500. Не, тут... Два раза больше, чем с обычки, может, 600? Ну, типа... Два раза больше, чем, да, чем с этого, чем с обычки. Чем с обычки. С ДФК ну, пятерик это... дали, я от этого отталкиваюсь, поэтому и спрашиваю. Так, ладно, поехали дальше. Алла. Звездочет. Сегодня попробуем перевести на вторую фазу, глянем, что... Алара завтра. Ну, типа, одному боссу в день. Не хочу по два. Боссы-то сложные. А можно перевести? Мосса сильный, сильный. Может, мы слетаем тогда усилки перебьем? На звездочёт все равно эти же усилки. Да, резеры на 6 лет. 40 тысяч? Понимаю. Мне нет. Но усилки оставляйте, на звездочёты те же. Ну какого-то хила, понимаешь, мосса, типа, придется выкидывать все равно. Типа, у расторжённости там проще. Чего на Алекс? По одному боссу, потому что, блин. Откуда вы моба привели? Вага сагрил. Неправда, это не я был. На тебя побежал. Это его поэт. Да мне поебать, на кого они побежали. Там друид ворвался в пачку моба. Этим друидом был Е на стопуду. На звездочете я точно буду в комбате, потому что в ШД там себя не уважать будет ШД. Слышишь, ну... Ты на себя кидал Т5 мосс? Типа через себя ебашил? Видишь, какой контент, да? И какой Т4 тут тащит вообще, да? Вообще неплохо. Они живут в лужах.
Как по мне, 600 ЕП за босса. Ну, блядь, Келли получаешь 500, а он язычный в обычке. А за робота 600. Место больше. Такое. За Келли ты тоже будешь больше получать? За Келли из обычки, я тебе говорю, 500 получаешь, а здесь 600. За Геровского. А он сложный, что ли? Ну, блядь, нелегкий. Если сравнивать, допустим, Келли с обычки, по времени убийства примерно такой же, как робот. Типа, окей, за Алара можно давать больше, чем 600, но не, точно не за робот. А можно на пульщика 700? Сложно было стоять и дамажить, да? Типа, за Алара можно там, не знаю, 900. Я говорю, а можно на пульщика 700? Ага, хилам тогда по полторы, да? Можно, я согласен. Прикольно получается, за ФК дается 30 тысяч, а потом, когда такой же будет потный пул, ну, держите 900. Отщипнул. Сколько за ФК давалось? 30 тысяч. Какие 30? За робота 5 тысяч, за Алара 10 тысяч дали. За Алара 10. За Алара 10. За робота 5. Сравнили с обычкой. Тут, блин, отхилишь эту и руку не чувствуешь нифига. Да, чё? Чё-то ты, блядь, завысил, причём знатно. В 3 раза. И то, Алара. Ну чё, чё-то кому-то не нравится? И вот эта хуйня у меня, смотри, сиденько ног. Ну, в курсе, да? Кстати, Мозер ГЦ. 30% на 6 секунд снижает дамаг. Вот эту хуету я вешал 2 раза. Там 3, КД 30 секунд. Вешал на вас 2 раза. Это одновременно и 10% агра скидывает. Мозер, а теперь и... Джоком линкуешь и это. Еще и дев дает. Скажи, облизывай. А еще ШВ 30%. Плюсуешь эту хуйню. Все, так, я сейчас шел, через 2 минуты подойду. Покурю, Я без диса. Ну, я вас слышу. Слышу, да. Коник, там же не спадают, да, соки? Нет. Давай. КЖ-пка вообще классная. Там любой выбор под любого босса. Надо СПД тебе, в СПД забился. Надо в саппорт, в саппорт. И КЖ-пка дает больше, чем ювелирка. Ювелирка сейчас меньше всего дает. Вот я как раз ювелирку и забыл. Но правда рецептов было до хера. Да, типа одно жалко. Да, рецепты было жалко. Но когда ГХ добавят, ну, то... Партняшки тоже может быть, жалко. Сделают побольше. Ой, на это, на наложение чарта тоже там топовое.